Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на вторую миниатюру из серии солдат спецназначения. Это у нас миниатюра под номером 24102. Такая у нас коробка, красочный боксарт. Открываем коробочку. И у нас здесь коробка из плотного картона. Далее у нас пакетик с литниками. И инструкция. Инструкция в виде листа А4, лист глянцевый. Давайте покажу номера красок, которые необходимы при сборке окраски. Взяли. Красным у нас показываются детали, которые не используются при сборке. На обратной стороне у нас сама миниатюра, где у нас показано, как нужно собирать, то есть какие детали куда стыкуются и какими красками какая деталь красится. Далее наша миниатюра. И шлем отвалился. Вот наш боец, скажем так. Сейчас откроем литник с прозрачным пластиком. Вот, судя по инструкции, здесь на из вооружения будет использоваться не все вооружение, то есть тут у нас, по-моему, будет только пистолет использоваться. Остальные детали у нас останутся для каких-либо других целей. Так, это у нас шлем. Ну и давайте приступим к обзору. То есть начнем давайте с нашего бойца. Хотел бы сразу обратить внимание на лицо. Лицо пролито хорошо, качественно. То есть все черты лица, все показано хорошо. Далее у нас сама фигурка, стыка пресс-форм я не наблюдаю на данной фигурке. Далее тело у нас бронежилет, также прилито хорошо. Есть также у нас здесь сумочка, я так понимаю, с медикаментами, потому что на ней крест нарисован. Далее у нас здесь одна кисть сделана в виде кулака, то есть это он, скорее всего, боец несет щит. Другая у нас рука, так, где? Вот. Вторая рука, кисть у нас выполнена отдельным элементом, сразу влита у нас в данную руку пистолет. Далее. Ну, тут все хорошо. Давайте наш следующий литник. Так. В наборе остается три варианта шлемов. Далее оружие сделано хорошо. Присутствуют на литнике мелкие детали, которые пролиты отлично. Ну и вот еще давайте у нас один литник. Это с прозрачным пластиком. Прозрачный пластик у компании 7 мне вообще нравится сильно. Он у компании 7 сделан так, что никакого помутнения, никакого искажения, ну, посмотрю на букву, никакого-либо искажения в данном стекле нет. Ну вот, друзья, давайте и закончим наш обзор. Еще раз хотел бы сказать, если вы собираете миниатюру в 24 масштабе, то обязательно приобретайте данный набор. Он, думаю, должен вас порадовать при сборке, ну и в окончательном виде. Всем спасибо, друзья, всем пока!